Четвертый раз по счету в Якутске организовали региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». На протяжении 4 дней за победу боролись в рекордных 24 направлениях компетенциях. Цель мероприятия – не отстать от передовых аспектов в производстве. Чемпионат призван ускорить развитие, чтобы обеспечить экономику квалифицированными кадрами. Сюжет Розалии Борисовой. Никакой теории, только чистая практика. Учитывается умение показать свои навыки на деле. У дизайнеров, пошив одежду, сантехников сбор санузла, сварщикам необходимо собрать несколько модулей. И чтобы сделать все как надо, необходимо иметь достаточный опыт в своем деле. Александр уже представлял Дальний Восток на чемпионате страны. В этом году ставит цель попасть на международный этап. В прошлом году я был призером Дальнего Востока. После чего я полетел получить на чемпионат России СНГ, получается, в Казань. Но там, к сожалению, мне не хватило опыта для того, чтобы занять какое-либо место. В Казани, естественно, был уровень подготовки у ребят очень высокий, нежели чем у меня. Но в этом году я надеюсь опять же попасть на этот уровень, залезть, и там уже показать более лучшую подготовку. Конкурс помогает подготовить специалистов с навыками, соответствующими мировым стандартам, и быть готовыми подтвердить свою квалификацию во всем мире и в любой организации. И вот цель вот этих всех наших мер действий для того, чтобы наши студенты среднеспециальных образовательных учреждений могли получить высокую квалификацию и хорошую компетенцию. Вот для этого мы вырабатываем стандарты. То есть есть мировые стандарты, мы их принимаем и на этих соревнованиях определяем именно по мировым стандартам. Умение справляться с заданиями WorldSkills подтверждает уровень высокой квалификации студента. Его знания, практический опыт, а главное, гарантирует качество выполняемой работы. Его, в свою очередь, проверяют больше 200 экспертов. В каждой компетенции они следят за правильностью выполнения заданий, присваивают баллы за точность и отнимают за нарушение технических требований. То есть нужно знать все. Соответственно, должен современный автомеханик провести диагностику, дать заключение, выполнить работы какие-то, чтобы мы могли из точки А в точку Б доехать живыми, здоровыми, без каких-то повреждений. Здесь больше оценивается у нас на правильность выполнения работы. То есть он должен, например, выполнить, соответственно, разборку или сборку, или какие-то измерения в соответствии с технологической картой. В каждой компетенции участники должны использовать самое передовое оборудование.